Sampradaya vihina jamantraha haste nisphalamata atoho kalau chatyaro sampradayinaha Sri Brahmo Rudro Sanaka Vaishnavaha Kiti Pavanaha Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал, что любое количество пратишти, которое вам нужно, любое количество денег, которые вам нужны, все вы можете обрести здесь. Вам не нужно бегать там и тут. Просто приходите к Гуру Падпадме. Вам не нужно, подобно сумасшедшему, бегать там и здесь. Любое количество денег, любое количество пратишти, которое вам нужно, любое положение. Все. Вы можете обрести здесь. Вам не нужно искать в других местах. Просто придите к Гуру Падпадме, и вы сможете обрести все. Он источник всего. На самом деле, в Гите, из Гиты мы уже знаем, что есть наставление Кришны. Это обычное правило, которое Бхагаван Шри Кришна Парад Прахилешва, он говорит о нем Арджуне, о Арджуне. Если ты хочешь получить это божественное знание, если ты хочешь получить это божественное знание, то ты должен следовать тому, что описывается в Писаниях. Те, кто татавади, есть два вида тех, кто говорят об истине, и тех, кто видит истину. Татавади значит, они знают татву. Они могут что-то запомнить, что-то красиво говорить, но они не могут осознать сеть татвы. И это значит, татавади, вади значит, просто они могут говорить. А татва-вид значит вся татва, она находится в сердце, в такой переваренной, усвоенной, осознанной форме. Они видят что и что. И это зовется татва-вид. Те, кто могут осознать татву и могут говорить об этой татве, об этой осознанной татве, и тогда вы можете чувствовать, какое-то что-то происходит в вашем сердце, вы слушаете что-то, что полно осознания, естественно, только тогда, когда вы полностью предались Гурудеву. А если у вас нет такого полного самопредания внутри вашего сердца, то тогда всю вашу жизнь вы не можете осознать всю эту татву. То есть, если у вас не будет самопредания. И вот Арджуна говорит, что мы пранипат, что значит, мы должны предлагать наш полный распростертый поклон должным образом. Почему используется это слово? Пранипат значит, это полный, это совершенный поклон. Что это значит? Я имею в виду, если вы предлагаете кому-то поклон, вы должны предлагать эти поклоны с полным самопреданием. Вы хотите полностью предаться лотосным стопам Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнава – это такое будет совершенное самопредание. Значит, ну, это не должно быть с каким-то подозрением, поскольку если у вас
есть какие-то сомнения о писаниях, о Вайшнавах, о Даме, о Наме, то вы не сможете стать успешными, поскольку в Гите говорится «Самсаятма винашати». Если у вас есть какое-то сомнение о чистоте Гуру Вайшнавов, Кришны, о Его святом имени, о Его Даме, то тогда вы упадете, вы не сможете стать успешным. И пранипат значит, вы должны предлагать наши поклонения совершенным образом, всем сердцем. Парипрашна значит, вы должны спрашивать, задавать вопросы, совершенные вопросы. Если вы спрашиваете Гуру Вайшнава, чтобы проверить их, насколько хорошо они что-то знают. То есть такие вопросы просто для проверки их не плохие. Еще раз Сачитананда Бхактивинода Тхакура говорит, что те чистые Вайшнавы, вчера я тоже говорил об этом. Вчерашняя тема была жизнь и учение Бонда Госвами Махараджа. И перед этим я говорил о качествах Вайшнава, о положении Вайшнава. Я говорил об этом. Сегодняшняя тема жизни и учения Рамануджа Ачарьи, но все же сейчас я хочу, перед тем, как начать мою речь, сказать что-то предварительное. Смотрите, если вы что-то спрашиваете у Гуру Вайшнава с настроением проверки их, то есть это нехорошо, это не парипрашна. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, один чистый вайшнав, который вы, если вы хотите проверить его, если вы хотите проверить этого вайшнава, но он сам осознал, что себя душа, вы хотите спросить что-то, но он не должен вам отвечать, если он увидит, что в вашем сердце есть какие-то сомнения, он... Если то есть пришли просто проверить его, как какие-то глупые вопросы задавать, то Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что чистый вайшнав, он не обязан отвечать на все ваши вопросы. Если Кришна, если будет на то воля Кришны, то он ответит, а если нет, то нет. И вот если кто-то приходит с таким настроением недоверия, то есть они не смогут стать успешными. А если с чувством преданности мы приходим что-то к нему, а Вайшнава занят служением, повторением Харинамы или еще что-то, и он, даже если ничего не сказал, то это все равно благоприятно для вас. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что если чистый Вайшнав, он ничего не сказал вам, но если вы просто увидели его, получили его даршан, то есть это очень благоприятно для вас. Вы все равно получите благо. И это такое положение, такое обстоятельство. И вот относительно Пата и Парипрашна я могу дать ссылку на Парикшит Махараджа. Парикшит Махарадж спрашивал Шукадева Госвами. Это не вопрос. То есть он не спрашивал каким-то подозрением. А Парикшит Махарадж, он хотел знать, он хотел избавиться из этого материального мира. Хотя говорится, что Парикшит Махарадж, что Парикшит Махарадж, он Махабхагавата, но так или иначе, все же, он попал в такую ситуацию, что он попал в такую ситуацию, что все смотрели на него, что он может, что он будет делать дальше. И вот из Бхагаватам мы уже знаем, что Парикшит Махарадж спрашивал Шукадев Госвами Садгуру. И какой вопрос очень четок, и вопрос был из всего сердца, не вопрос ума, а вопрос сердца. अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं नियमानस्य सर्वथा हे गुरुदेव आई वांट टू नो ओ गुरुदेव я хочу знать one thing, I want to нечто я хочу задать тебе вопрос, как
какие же наши настоящие обязанности, какой же долг человека, который скоро умрет, какой же баджан он должен совершать, что же ему делать, сможешь ли ты сказать мне? Не для того, чтобы получить какие-то 18 совершенств, 18 сидх, да, они есть, есть еще то есть есть всего 10 или 8, всего 18 видов совершенств, но Парикшит Махарадж, он не стремился к ним. Сам сиддхи, значит, это бхакти сиддхи, сам як сиддхи. Ну, можно получить сиддхи за какой-то определенный период времени, но также можно их потерять. Как Брама, он уже говорил Кришне, что «О Господь, кто-то может возвыситься, стать выше, ну, возвыситься до какого-то уровня, но потом он может пасть с этого уровня также». То есть те, кто игнорируют служение лотосным стопам Господа, и поэтому они не могут находиться на высоком положении, они в итоге падают. И сегодня я хочу сказать о некой великой личности, о великом ачарье. Как Рамануджа Ачарья. Я начал с шлоки. И что значит эта шлока, с которой я начал? Она из Падмапураны. И там описывается, что если вы не у вас нет связи с совершенной сампрадай, с настоящей сампрадай, то ваша мантра, вы можете, конечно, получить, но успешным вы не станете, вы не достигнете успеха в этой мантре. И вот есть четыре аутентичных сампрадай, они описываются в Падмапуране: Шри, Брахма, Рудра, Шанака Вайшнаваха, Крити Паванаха. То есть они могут очистить весь этот мир, не просто этот мир, а все 14 миров. Эти четыре сампрадаи, одна из какой-то Шри, другая из Мадхва. И третий из Рудры и Шанаки. Махарадж перечисляет, какие сампрадаи исходят из каких. Откуда? Вот через из Брахма. You can find countless sampradaya now in this material world. И вот в этой материальном мире можно найти бесконечное число сампрадай, но не приняв прибежище у настоящих сампрадай, ваша дикша, она несовершенна, она не одобрена. Она не одобрена писаниями, и поэтому вы не сможете стать успешным, не приняв прибежище в настоящей сампрадайи. И вот вчера я говорил, что сампрадая Вишну с вами, она самая древняя. Она началась задолго до всех. After that you can get Nimbark, after that Sri, after that Madhya. Madhya is related, actually. И вот Амадхива сампрадая, она самая последняя. Вот Рамануджа Ачарья, он великая личность в этом духовном мире. И он явился. One place is there, 13 crores away from Madurai.
в Южной Индии, в 13 крошах, в Тамилнаду, в 13 крошах от Мадурая, там есть одна деревня Махабутапури, называется Махабутапури. И вот Рамануджачарья, он явился там, и его отец Кешавачарья, и мать Канти Мукти, они все были преданные, великие преданные, были чистыми браманами. Они были южноиндийские браманы, Тамилнаду Дравид браманы. И таким образом он явился. Конечно, есть сомнения, кто-то сомневается, но то, что говорит Шрила Прабхупада, Шрила Кеша Госвами Махарадж, я говорю об этом. И вот в 938 году эра Шакабды. Он явился. Там, конечно, кто-то может сомневаться, есть какие-то другие версии, но я говорю то, что слышал от Шрилы Прабхупады, Шрилы Кеша Махараджа, и вот после этого. И вчера была Панчами. И вот он явился в этот день. И когда он явился, его, у него были очень прекрасные признаки на его теле. И вообще вся ситуация была очень благоприятна. Его дядя Шайлапуна, как-то так звали, он дядя Рамануджачарьи, я имею в виду, младший брат Кантимуки, младший брат его матери. Younger brother of Kantimuti, Vituba. Actually, Shailapurna is big devotee. Вот Шайлапурна, он великий преданный. Он принял повторение от Ямуначарьи, Ямунамуни. Он совершал великий баджан. И когда он услышал, что моя старшая сестра, она родила ребенка, он сразу пришел, чтобы посмотреть на него. И после этого он увидел различные признаки на его теле. И после этого он произнес, что он подобен Лакшману. Младший брат Рамачандра, я хочу назвать его как Лакшманом. И его имя было Лакшман Деши. И таким образом он явился, и очень вскоре. Вскоре все узнали его чудесном характере. Он в очень краткое время он мог запомнить всю грамматику, всю санскритскую грамматику, веды, веданту и прочее. И вот с самого детства у него была особенность, много особенностей у него было. Прямо с самого детства. И он был очень вдохновлен служить вайшнавам, хотя он был очень мал. Если он видел какого-то вайшнава, он сразу уклонился, ему предлагал свои поклоны. Но он хотя был мал, вроде бы ничего не знал, но он всегда предлагал поклоны гуру вайшнавам. И однажды, однажды был один чистый вайшнав, Канчипурна его звали. Канчипурна, он был ученик Ямуначари. Пытайтесь запомнить, что я говорю. Он ученик Ямуначари.
Шрила ученик Ямуначарьи, он был одним из великих, величайшей личностью в духовном мире, таким великим преданным. Никто не мог сравниться с ним. И вот Канчипурна был ученик Ямуначарьи. Но проблема в том, что он родился в очень низкой семье. Я хотел сказать об этом раньше, что вайшнав может явиться везде. Вайшнав — это вайшнав. Вайшнав — это гуру брахмана. Хотя в писаниях вы можете найти Барнанам, значит, шудра, вайшья, кшатрия. Среди всех их брахман, это они только могут быть гуру. Но когда мы говорим о особенности вайшнава, то мы можем переспорить эту сиддханту, поскольку это обычное, относится к чему-то обычному, то есть в случае отсутствия вайшнава, а когда есть вайшнава, то вайшнав, он становится гуру всех. Он также может быть гуру брахманов. И вот так или иначе, он явился в очень низкой семье, чтобы доказать, что это не касается, что это такой, ну, не главное, в какой касте родился вайшнав, в какой семье. И вот он ученик Ямуначарьи, я говорил уже, и Канчипурна, он шел в Канчипурам, и вот каждый день он ходил в Канчипурам, чтобы поклониться Бхаратараджа. Для поклонения есть такое место Канчипурам, там храм Бхаратараджа, и Рамануджачарья, он раньше жил где-то недалеко от того места, и так или иначе, каждый раз он ходил в это место через тот путь. Какой путь? Там, где Рамануджачарья жил раньше. И через эту дорогу, где раньше жил Рамануджачарья. И вот каждый день, практически каждый день, Рамануджачарья, он знал время, он же Лакшма, что этот вайшнав будет здесь проходить. И каждый день он ждал на дороге, предлагал свои поклоны. И этот маленький мальчик, он смотрел, видел, что это, он осознал, что это Канчипурна, он великий вайшнав. У него была, ну, такая способность, он мог увидеть, кто есть кто. И он каждый день предлагал свои полные посвященные поклоны. Иногда он хотел совершить какое-то служение, иногда без разрешения отца и матери, он предлагал его, приглашал его в свой дом, чтобы он пришел и принял просад там. Не спрашивал у матери, что ее предлагаю какого-то великого вайшнава, а просто брал и предлагал. И так его мать кормила его, и после этого он хотел получить махапрасад, учиство. Но Кешавачарья, он очень умен, он спрашивал, что ж ты делаешь, это ж нехорошо. И после того, как он принял, этот вайшнав принял прасад, он хотел сделать ему массаж стоп, но он сказал, что нет, не нужно, поскольку это очень высокая каста, я из низкой, поэтому не касайся меня. А он сказал, что вайшнав не может быть из какой-то высокой или низкой касты, вайшнава не всегда чисты. Мы знаем, что вот был Алвар какой-то, он родился в семье Чандалы, это очень низкая каста, то есть те люди, которые работают в крематориях.
But still, Lakshman Deshing, Lakshman speaking in front of Kanchipurna. Но так или иначе, приводит пример с этим Алваром, что смотри, хотя этот Алвар родился в семье Чандалов, но все браманы, они поклоняются его лотосным стопам. И Канчапура, он стал очень счастлив, но в виде его знания, но все же не будут принимать отец служения, ты меня накормил, этого достаточно. И вот, очень скоро Рамануджачарья, Лакшман, он рос, и он чувствовал, что он должен принять посвящение у этого вайшнава Канчипура. И он открыл ему свое сердце, что я хочу принять посвящение у тебя. Он сказал, нет, как-то я с очень низкой семьи, низкой касты. Но Рамануджачарья настаивал, что нет, я хочу получить дикшу у тебя. Но и он сказал, что я пойду к Бхарадваджу, спрошу разрешение, и если он разрешит, то я подумаю. И вот он пошел в этот храм, что вот, вот так и так, вот он хочет дикшу получить меня. Мне стыдно, поскольку это очень низкая каста, и что же делать? И во сне он получил вдохновение от Бхарадваджи, что Пурначарья, он... А ты можешь отправить его к Пурначарье. А Пурначарье, он был великий ученик Ямуначарьи. То есть они все связаны с ним были. И вот Канчипурна сказал, я спросил у Бхарадваджа, он сказал мне, что ты должен получить посвящение от Пурначарья. Да, хорошо, как скажешь. И где же он? И вот сейчас Канчипурна, он сказал ему, что я... А лучше пойдем к Ямуначарье, к моему Гурудеву. Он пойдет. И вот он пошел встретиться со своим Гурудевом вместе с Рамануджачарьей. Но по дороге он узнал, что Ямуначарья уже оставил этот мир. И так или иначе, он был вынужден получить дикшу от того вайшнава по наставлению того божества, но между тем, я забыл сказать, что Ямуначарья, когда он когда он уже был ачарьей, и в то время Лакшман, он уже рос, он же был в возрасте подростка, и отец и мать, они давили на него, чтобы он женился, что все они хотят женить его, и чтобы выполнить желание отца и матери, нужно что делать. Он не хотел жениться, но его заставили, он женился в таком малом возрасте. А его жена, она была, ну, у нее не было никакой преданности, она была просто такая ритуалистка. Не было ни капли преданности, ни капли бхакти, но так или иначе она была из высокой брахманской семьи, из семьи смартов.
То есть, согласно ведическим этим предписаниям, все было там хорошо. Но что делать? Ну, Яманач, он был вынужден повиноваться воле отца и матери, но после этого он хотел получить дикшу. Я уже сказал. И, то есть, я хочу сказать, что случилось в его жизни. Он хотел получить особое учение, особое наставление о Веданте. И в то время он узнал, что один Веданта Ачарья, он дает наставление о Веданте. И его зовут? Вот я забыл, к сожалению, я вспомню в дальнейшем. И вот суть в том, что он хотел получить наставление от него. И вот он дошел до его места, и там начал изучать от этого Веданта Ачарьи. Но этот Ачарья, Веданта Ачарья, был из Шанкар Сампрадая. И он начал изучать Веданту под его руководством. Но однажды он говорил о том, но Рамануджа Ачарья, он не мог потерпеть это. Он всегда говорил на своих уроках неправильно, хотя с точки зрения Шанкарачарьи, слушал, но не мог терпеть дальше. Однажды Ядавачарья, его имя вспомнил. И вот он дал уроки по Веданте, и однажды, в один день, в Мадурае был царь, у царя была дочь и какой-то призрак, привидение, но вошло в тело этой дочери царя. И этот гост, он, это привидение, не хотел уходить. Без по-русски бесновато стало эта дочь царя. И вот согласно Веданте этот в общем, пытались все выгнать с помощью Веданты, видать, ведических мантр и прочее, но этот бес, он только взбесился еще больше. И этот бес ему сказал, что ты был змеей в предыдущей жизни, ты был просто какой-то змеей конкретной породы. Snack, special snack. We in Sanskrit or Bengali you say gosha. Gosha means like crocodile, you can find four hands and legs. Like tokshak, you know, same. Like crocodile, very small. One tail is there, the mouth is just like crocodile, but his snack. Ну, в общем, был такой, каким-то этим животным, полузмею, полукрокодилом. Называется, не помню, на английском тем более. И вот он говорит, что ты был каким-то животным в прошлой жизни, что ж ты можешь не сделать? А вот если, только если твой ученик, вот этот Рамануджа Ачарья, если он... Ты омоешь его стопы, и только с помощью этой воды, омывшей его стопы, ты можешь изгнать меня. Но этот браман, он оскорбился, слушая такие слова. Но что делать? Он вынужден был воспользоваться советом этого беса, и этот бес, он ушел сразу. Иначе эта девочка, она... Когда стала бесноватой, она голая забралась на высокое дерево. А царь очень опечалился, потому что хотел женить, выдать замуж,
ее, а поскольку она стала бесноватой, она делала всякие такие неприличные поступки, как забиралась там голая на дерево и прочее. И вот, в общем, вы вылечили ее, и царь очень щедро наградил его. Вот. И вот дальше он объяснял Веданту, а Рамануджачарья не мог принять сердцем его наставлением. И вот однажды в Чандоге Упанишад есть такая шлока, говорится там, что лотосные стопы Господа, они могут сравниться с лотосом, который распустился под влиянием лучей солнца. То есть там такое значение этой шлоки, но Ядвачари он... Капьясан копи мин манки. Асан мин сит, I mean backside. Но он сравнил их с задом обезьяны, поскольку обезьяны у них ноги сзади красные, вот он такой пример привел. И Лакшман Тиш, этот Рамануджачарья, он не смог потерпеть такое грубое сравнение. И вот когда он слышал это, он сам заплакал и... И он увидел, он плачет, и почему же ты плачешь, но извини, ты объясняешь, очень таким грязным образом, как я могу принять объяснение, что ты хочешь сказать. Ну, я хочу сказать, что... Возмутился, что сказал, что если тебе не нравится, давай я объясняю сам. И вот Рамануджачарья, он сказал, о Гурудев, если вот сказать это вот так, то... То есть нужно сравнивать... Sun always drinking water by scorching sunlight, then water vaporized and sun drinking. This is the philosophy. То есть в этой шлоке описывается, что солнце пьет воду, но пьет воду с помощью лучей, солнечных лучей. И вот он сказал ему, что если мы объясним так... That means sun. Что солнце. Ас дату, дату in root. Root ас дату is to expose, because, like you know, Padma, when sunlight coming, что подобно лотосу, когда ас дату под влиянием лучей солнца этот лотос он полностью распускается. Lakshman is explaining. So, Gurudev, if we can explain this way, that the lotus eyes of Krishna, I mean, что лотосные стопы Кришны на Райне, их можно сравнить с лепестками полностью распустившегося лотоса, который находится под солнечными лучами. Well, not it is the principle, you know, explanation. Но он не принял это объяснение. But what Shankar is speaking, Shankaracharya is vital. Then he stopped argument. Another day from... И вот этот гуру сказал, что нет, нужно... лучше так, как я сказал. Вот еще в следующий раз... Сатьям джнанам анантьям. Супанишат, Айтрея Упанишат, или как-то так. И вот... Вот эту шлоку хотел объяснить Ядвачарья, но он объяснял это с точки зрения безличного брахмана. И вот он объяснял, не объяснял. Но все его утверждения, они к Майваде, к безличному Раману склонялись. Но Рамануджачарья очень опечалился, сказал, я не могу потерпеть такое объяснение. Поскольку вот сатьям гьянам анантам, я могу доказать, что значение
этой шлоке таково, что из Верховного Господа Его трансцендентные формы, Его трансцендентные образы, они бесконечны. И этот Ядавачарья, он очень разбивался, что ты меня оскорбляешь уже который раз. И что делать? Я уверен, что в скором будущем он уничтожит философию Майявады Шанкарачарья. То есть если он будет жить, то лучше его убить, чтобы он не жил и не мешал Майяваде. И вот он решил его убить, чтобы он покончил с ним. И Ядавачарья начал планировать, что хорошо, мой сын, все мои ученики, и я тоже, и ты, мы хотим отправиться в Аллахабад, чтобы принять омовение на слиянии трех рек, Ганги, Ямуны, Сарасвати. Ты хочешь пойти с нами? Да, могу пойти. И вот его план был таков, что в лесу мы можем выкинуть его в то место, где тигры, львы и прочие животные, леопарды и прочие дикие животные, они съедят его, это очень хорошо для нас. И вот они начали и пошли в Аллахабад. Но в этой группе, группировке был его доброжелатель. И вот у сестры его матери был этот ребенок, то есть Говинда его звали. И Говинда, он осознал этот план, ну как-то узнал про него и сказал, что этот вот Ачарья хочет убить его. И он тогда, по пути, примерно на середине пути, через час он рассказал это все Рамануджачарье, поскольку они даже не позволяли ему как-то быть рядом, поскольку Говинда мог все рассказать, но по милости Бхарадвачарьи, Кришны, Нараяна, он смог все рассказать. И что пытаясь убежать быстро от нас, иначе они могут убить тебя. И тогда этот Ачарья смотрел, что Говинда куда-то отстал и спрашивает, где же Лакшман. О, Гурудев, я думал, он уже с тобой, уже с вами, я не знаю, не видел. Я как бы не мог быстро идти и не видел ничего. Нет, Лакшмана тут не было. И вот и по тем временем Лакшман, он же Рамануджачарья. И вот он молился тем временем, когда бежал Бхаратраджа, чтобы он даровал ему свое служение. И вот так он убежал от них. И этот Ачарья, Ядав Ачарья, он отправил своих учеников, чтобы они искали его везде, поскольку он хотел его убить, а он убежал. Но они не смогли найти, поскольку он уже далеко убежал. И вот он, долго бежал, потом отдохнул под бананом деревом, молился Господу и встретил охотника с женой, с очень низкой касты, они были черные. Как эти, ну, ученые. И Лакшман посмотрел на них и спросил, куда они идут. И они сказали, что они идут в Канчипурам. Я тоже хочу пойти с вами. Можно ли присоединиться? Да, пойдем вместе. И вечером, когда эта пара, она отдыхали на дереве.
Ну, поскольку на земле спать опасно было, там же животные, кровожадные ходят. И вот эта жена охотника сказала, что я хочу пить, я уже помираю от жажды. Если и Лакшман отправился искать воду, но этот охотник сказал, не сейчас, сейчас ночь, с утра можешь пойти, но не сейчас, опасно, не могу позволить. Но жена твоя хочет пить, а я молод, я могу пойти поискать воды, но охотник сказал, что нет, ночью нельзя, подождем до утра. И вот с ранним утром Лакшман, там Джачарья, он нашел прекрасных колодец. Из этого колодца он нашел воду, но не было горшка, и что делать? И вот он так вот набрал в руки в пригоршню воду и в пригоршню три раза принес ей воды. И вот так он ходил туда-обратно, и на четвертый раз, когда он пришел с пригоршней воды, он увидел, что этот охотник с женой испарились, как куда ушли, не мог найти их. И он увидел, что люди кричат. И еще вот кто-то кричит, кричит. Джай Нараян, Джай Бхагаватрадж, они кричат, где же я, ты в Канчипуре, где я был в лесу. И вот по милости Нараяна, они уже достигли Канчипура. И он был очень благодарен Господу, что он спас его жизнь. И тем временем, хотя не хотели убить Лакшмана, это Рамануджачарью, то есть их не было, то есть их цель их паломничества была, чтобы убить Рамануджачарью, а не для того, чтобы принять омовение в Аллахабаде. То есть они подумали, что... Ну, видно, животные не загрызли его по дороге, поэтому хорошо. И вот они пришли и начали показывать, что они очень рады его видеть, что вот потеряли, он нашелся. Ну, вот этот Ачарь опять пригласил его в свою школу. И Рамануджачарья пообещал ему, что он придет, но Рамануджачарья хотел благословить его, и поэтому он терпел все такие, все плохое обращение в свой адрес. То есть он не спорил с ним, а принял его предложение. Тем временем я хочу прояснить предыдущее, что они хотели получить даршан Бхартачарья, Ямуначарья. И тем временем, когда Лакшман, он хотел получить дикшу от Канчипурна, он сказал, что я буду спрашивать Бхартачарья, но тем временем его решимость была настолько велика, что у Канчипурна у него был план такой, что я могу пойти к его жене, а у его жены нет никакой преданности. Я пойду к его жене, поскольку жена, она не преданная совершенно. И поэтому Канчипурна сказал жене, смотри, я очень низкая каста. А жена сказала, что да-да. Передатчика нет у нас. Передатчика нету. Может, так просто.
И вот после того, как жена Рамануджа, то есть тот гуру, у которого Рамануджачари хотел принять посвящение, он пошел к его жене, а жена сказала, ну, сказала, что он из низкой касты, а жена это подтвердила, и Махарши говорит, и вот Пурначарья, Шри Пурна, Пурначарья, он Гурдев Рамануджачарья, он посвящение у него получил, и Пурначарья, он вот, дал ему посвящение Рамануджачарья. И после этого он дал ему дикшу, Панчаратрихи дикша в Южной Индии, вообще во всех писаниях она очень аутентична, она настоящая. То есть те, кто получает посвящение, и они обретают, они проходят через Панча Самскару. Согласно Панчаратрика Витхи, это ну, были очень строгие правила в то время в Южной Индии, особенно в семье брахманов. Они все были очень строгие. Но тем временем, когда он получил дикшу, Пурначарья, он хотел привести его к Ямуначарье, своему Гурудеву, но Ямуначарья, он уже знал славу Рамануджачарьи. Его Гурудев, то есть Пурначарья хотел к своему Гурудеву, в смысле к Парамгурудеву Рамануджачарьи отвезти. Но тем временем Ямуначарья, он уже знал о славе Рамануджачарьи. И вот Ямуначарья, он осознал, что в скором будущем я могу увидеть, что он стал великим Ачарьей всей Индии. И я хочу защитить эту личность, Рамануджачарьи, что же делать, поскольку так или иначе он не примет меня, даже если я буду спорить, и поэтому он написал одну стоту Ратнавали и дал наставление Пурначарье, что когда он пойдет в храм Бхарадраджа, то есть он может пойти и произнести эту стоту перед Господом. И он начал произносить эту стоту. И перед этим я уже говорил, но забыл, что Ядвачарья вместе со своими учениками, вместе с Рамануджачарьей, они пошли получить даршан Бхарадраджа. И тем временем Ямуначарья, он увидел его с расстояния. То есть и Ямуначарья он увидел, что Рамануджачарья станет великим Ачарьей в будущем. И после этого он написал вот эту стотру, если я передам ее Пурначарье, и когда Рамануджачарья, он услышит это, он будет очень вдохновлен и захочет увидеть автора, кто же написал. И тогда он может отвести его к Ямуначарье, к автору этой стоты. И по пути он узнал, что Ямуначарья, он уже оставил этот мир. То есть его Гурудев и ученик Пурначарья и Лакшми, и Рамануджачарья, они начали плакать, когда узнали, что их Гурудев, он оставил свое тело. То есть они также знали, что хотя он оставил тело, его свое тело нужно побыстрее дойти до этого места. И вот они, когда пришли, они увидели, что еще никто не прикоснулся, никакой смарта-брама не прикоснулся к телу их Гурудева. Но Рамануджачарья, он был очень удивлен, видя, что три пальца
Ямуначари, они перекрещены, а два не перекрещены. И по милости Господа он осознал. Почему это так? Все три пальца его перекрещены, а два нет. А может быть, три желания у него есть, они не исполнены полностью. И я должен понять, что же он хочет. И вот он начал расспрашивать всех его учеников и прочих. И потом он узнал, и по милости Ямуначарья, по милости Господа, он осознал, что каковы эти три желания. И он, какие же эти желания? Первое, кто-то должен следовать мне, я имею в виду, это с ученической преемственности, он должен быть совершенным вайшнавом и должен давать руководство своим примером, он должен показывать всем остальным. И Рамануджачарья, он пообещал, что будет делать это, что я могу следовать тебе полностью, я могу своим собственным примером показать путь. Я могу возродить это панча самскару, поскольку без этой панча самскары никто не может достичь чистоты. И Рамануджачарья хотел доказать, что без этих пяти самскар, если даже браман, просто браман родился в браманской семье, но этого недостаточно, он должен пройти через эти пять самскар. То есть это недостаточно. То есть не пройдя этих пяти самскар, даже браман, он не может считаться чистым. И вот это. А следующее, что значит? Что я могу написать комментарий к Веданте согласно вашему желанию, вашему сердцу, вашей Сиданте, вашему учению? И он сказал, Парашвара Муни, он написал какие-то пураны, и там описывается особенность характера преданных, особенность преданности, особенность Господа Нараяна, и все прочее описывается там. И Рамануджачарья, он сказал своему Парамгурудеву, что я составлю вайшнавский словарь, основанный на этой Пуране. То есть это был третий палец. И все были очень удивлены, как это возможно, что какой-то молодой человек, он имеет такие великие качества. И потом люди осознали, что после Ямуначарьи, Рамануджачарьи, он станет следующим Ачарьи. И нет сомнения в этом. И все начали благодарить Господа за свою удачу, что этот Ачарья, Рамануджачарья, явился как последователь Ямуначарьи, хотя Ямуначарьи ушел, но он оставил после себя такого великого преемника. И после этого Рамануджачарья принял решение, что после... Как узнать суть секрет мантры, поскольку мы все получаем дикшу от Гурудева, но если нам задать какой-то вопрос, далеко не каждый ответит, если вообще кто-то ответит. Как, например, какое же назначение Браман Гайтри мантры, Кама Гайтри мантры, то есть до чего они могут довести до нас? То есть это секретная информация, нельзя ее говорить обычным людям. И Рамануджачарья, он подумал, что мой Гурудев дал мне мантру, но ничего не сказал о мистерии этой мантры.
И он приблизился к Гурудеву и попросил, чтобы он рассказал о мистерии мантры, о тех мантрах, которые ты дал их мне. И его Гурудев засмеялся. Ты можешь узнать все. Я благословляю тебя. Но ты должен идти к Гоштапурне, моему брату в Боге. Гоштапурна, это был его старший брат в Боге. Шайла Пурна, Пурначарья, Гоштачарья, они все, эти братья Боги, они все ученики Ямуначарьи. И Гурудев говорит, что если ты хочешь узнать секрет этой мантры, ты должен пойти к моему старшему брату в Боге, Гоштапурна. Он был домохозяин, но он был очень могущественный, очень чист. И вот он подошел к нему и начал плакать снова и снова. И он 18 раз он обманул его, говорит, что я не могу, времени нету и прочее. И тогда я спрашивал Господа, можно ли тебе их объяснить или нет. И так 18 раз он ходил и спрашивал, но он его все отвергал и отвергал. И вот на 19 раз, поскольку он хотел проверить стойкость и решимость его. И когда он увидел, что это очень, действительно очень такой серьезный преданный, у него нет никаких сомнений, он великий преданный, этот Рамануджачарья, я сказал, Рамануджачарья, приходи завтра один, и я расскажу тебе всю мистерию этих мантр, но будь осторожен, не рассказывай это никому. Если ты расскажешь кому-то, то ты потеряешь силу этих мантр, ты отправишься в ад. И Лакшма ничего не ответил. И вот следующим утром он пришел к нему, к Гоштапурне. И Гоштапурна, он рассказал славу всех мантр, о секретах этих мантр. И после этого еще сказал ему, чтобы он ничего не говорил об этих мантрах, о значении этих мантр никому. Это мое наставление. Но Рамануджачарья, он отправился в город, вернулся в Канчипурам, и вот у него было 78 учеников, он рассказал все значения этих мантр, не каким-то посторонним людям, а своими 78 ученикам. Когда Гоштапурна узнал об этом, спросил, почему? Я же дал тебе наставление никому не рассказывать об этих мантрах. А почему ты рассказал? Ты же отправишься в ад. Но он сказал, о Гурудев, прости меня, я очень прошу прощения, но мое, как и... Ты смотри, ты мне дал эти мантры, а все люди, они хотят достичь Господа. И поэтому, если они все с моей помощью и с помощью значения этих мантр, они смогут достичь Господа, и если только я отправлюсь в ад, то это небольшое пожертвование для меня. Я готов спасти этих людей ценой моего пребывания в аду. И он сказал, что ты настолько велик, что... Что ты готов пожертвовать собой ради блага всех этих живых существ, этих людей. То есть он оценил его поступок, что здесь он может помочь кому-то достичь Кришны, то он для этого может отправиться в ад. И вот таким образом Рамануджачарья, он объяснил значение мантр своих этих мантр ученикам, но он силу мантр сохранил. Смотрите, если... То есть, если Гурудев теряет силу мантры, то он уже не может дать мантру ученикам.
Но Рамануджачарья, он был настолько могущественным, что он сохранил силу этих мантр. То есть, хотя он давал их другим, но он сохранил силу этих мантр в себе. И после этого он начал думать дальше, как же исполнить волю Гурудева. То есть он решил следовать своему Гурудеву, сохранять его учение, потом организовать это панча самскару, потом написать комментарий к Веданте согласно желанию сердца Йога Парамгурудева. И потом он узнал, что в этой наставнической преемственности Ядавачари, точнее, он узнал, что в ученической преемственности Ямуначарья, что он через кого-то написал не полный комментарий, а какой-то, ну, что-то кратко о Веданте. И каждую шлоку, сутру, он сделал какие-то заметки на полях. И Рамануджачарья, он решил забрать это, ну, ту книгу, где он ставил пометки на полях. И но ему сказали, что майявади, они уже забрали эту книгу, поскольку если ты будешь проповедовать эту бхашью, их майявада, она не сможет сохраниться. Ты не думаешь, что Шанкарачарья был первый, кто начал проповедовать майяваду? Раван в Трета-югу. Он был великим пандитом. Я хотя не должен говорить, что он пандит. То есть это неправильно, но я вынужден говорить, что пандит значит, кто такой пандит. Кришна Бхагаван, он дает полное объяснение Удаве, кто же такой пандит. Удав уже спрашивал у него, и Кришна говорит, что есть пандит, вот эту фразу говорит Кришна, что пандит тот, кто знает секрет в том, как освободиться от влияния этого материального мира, материальной майи. Он и есть пандит. То есть тот, кто знает все о бхакти, он есть пандит. Камса, он знает о майяваде. Раван, Кумбхакарна. Вот еще кто-то, он получил книгу Бодхагая, нашел книгу какую-то, и там обнаружил, что Раван на каком-то самолете прилетал каждый день, чтобы встретиться с Буддой. Не с этим Буддой, а предыдущим Буддой, чтобы обсудить что-то насчет майявады. И вот там это описывается из Шри-Ланки. Равана обычно на колеснице своей приезжал туда, и они обсуждали майяваду. Майявада, она не нова. Может быть, по наставлению Кришны, она явилась обычным людям с демоническим складом ума, чтобы обмануть их, чтобы сохранить бхакти в секрете. Кришна не хочет давать бхакти всем. Бхакти, она очень скрытое сокровище. Бхакти очень сокровенное, и Кришна не хочет раздавать ее направо и налево. И перед Юдхиштхиром Махараджем, Нарада Махарадж говорит: «О царь, Кришна хочет может даровать все, но не бхакти, даже мукти». Кришна хочет дать мукти, хотя это мукти, согласно Гауди Сампрадай, это, ну, определение мукти другое, но в этой сутре говорится, что мукти — это обрести свободу от влияния материальных гун.
Но согласно Гауди Сиданте, мукти у него есть особое значение. Мукти значит. И вот согласно определению Гауди, поскольку без бхакти настоящая мукти невозможна, но перед этим, вот что говорится об обычном мукти, то есть это вот об обычном мукти, в смысле освободиться от влияния материальных гун. И вот Бхагаван, он хочет, может запросто дать нам мукти, но не бхакти. Бхакти, она очень драгоценна. И таким образом, смотрите, не думайте, что Майвада Бхашья, что Шанкарачарья, он первый ее придумал. Нет, но так или иначе Шанкарачарья, я могу в конце сказать об этом. Что их сампрадая можно узнать, что их было два Шанкарачарьи. Один Шанкарачарья явился и в Кероле. А второй Шанкарачарья, он Кумбакунам при рождении рядом с Мадрасом в Южной Индии это находится. Я могу нечто особое сказать о нем дальше. То есть тема Рамануджачари очень обширна. И так или иначе, Лакшман, он хотел забрать эту Бодхайанбаша, а Ямуна, к тому времени Ямуна-чарья уже ушел, и на берегу Ананта-саравара в Южной Индии, рядом с храмом Бхарата-чарьи, есть Ананта-саравар. Он как Кусум-саравар, примерно такой по размеру, и на берегу Ананта-саравара есть фотография Ямуна. То есть он от фотографии Ямуна-чарьи, он принял саньясу. Но перед этим случился один случай, очень смешной. Вот Рамануджачарья, он был один бедный браман. Он пришел к нему домой. Он был за пределами своей комнаты, он совершал баджан, и тут пришел браман, просит какой-то просад, что-то поесть, что он голодный, но жена его такая жестоко сердечная. Она следует, но такая ритуалистка, она прогнала его, сказала, что ничего не могу тебе дать, пошел вон. И этот браман очень опечалился, что пришел к Рамануджачарьи и потом узнал, что я пришел к дому, я очень голоден был, но твоя жена меня выгнала. И Лакшман, он хотел спланировать, что смотри, ты иди ко мне опять домой, нет, я не пойду, нет, ты слушай, у меня план есть такой, иди ко мне домой. И скажи, что ты пришел с дома с твоего отца, что я пришел из дома твоего отца с особой просьбой. Твой отец хочет пригласить тебя на свадьбу твоего брата. И вот как только он сказал, это его жена сразу пригласила, усадила, накормила, все, что нужно, дала и прочее. То есть и браман был так доволен. И Рамануджачарья начал смеяться. То есть жена как бы... И вот пришел Рамануджачарья, сказали, смотрит, она куда собирается, а что случилось, ну, как бы ее брат выходит замуж, а брат, точнее, женится, и поэтому она все так готовится.
make a big, big binder and give it to the head of Brahma and go. Now after she goes, then Lakshmandesi crying in front of the brother, "Oh brother Jajjo, now I am totally free. Now I can say I am yours. Totally I can." After that, wife got, then he took decision to take sannyas. И вот, в общем, он так выпроводил свою жену, поскольку она была очень заинтересована пойти на свадьбу своего брата, собрала все свои вещи, все драгоценности и прочее, и ушла. Рамануджачари, он в это же время, почти, он принял саньясу от фотографии Ямануджачари, как Шрила Прабхупада. Поскольку в Писании говорится, что фотография, да, тоже, то есть Господь, Он может явиться как в форме образа. Шри Лохи Свайкити Лепья Лекхя Мономай Мономай Монимай. То есть, как Господь может быть в разных образах, и в форме фотографии Он тоже может быть. И когда мы, например, предлагаем в Пушпанджали фотографии Гурудевы или Господа, то есть у нас должно быть чувство, что мы предлагаем их самому Господу. Поскольку Господь не ограничен ни в чем, Он может явиться в форме фотографии также. If you can take me there at the bank of Radhakunda, arrange your Harikatha, I can break and cross their Siddhanta. They are criticizing about how your Prabhupada taking this. I can slap him. And so, ну, осуждают Шрилу Прабхупаду, что он таким образом принял саньясу, но это полностью авторитетно, и Бабаджи Махарадж может привести множество примеров в Писании и прочее насчет этого. И вот он принял саньяс, его имя стало Рамануджачарья. И вот Рамануджачарья, согласно решению Гурудева, первое он исполнил. То есть он стал великим ачарьей. Он уже был и стал. И второе нужно было написать в комментарии к Веданте. И он узнал, что это книга, на которой его Гурудев делал пометки, она находится в Кашмире, и он отправился туда. Рамануджачарья вместе с Курешем. Куреш, он был второй ученик. Первый ученик, его звали Дашаратхи. А второй ученик это Куреш. А третий ученик, потом был еще и после Ядавачарья, как он сколько сражался с ним, хотел убить, и после этого Ядавачарья он принял совет своей матери, его мать была хорошей преданной, и его мать сказала, что ты совершаешь много оскорблений лотосным стопам Рамануджачарьи. Но она знала уже, что там с привидением было, что ты должен пойти и приблизиться к Рамануджачарье и принять посвящение от него, принять прибежище у него, и тогда все твои предыдущие оскорбления, они простятся. И вот он. И вот так Рамануджачарья, он спросил у него, какие сомнения в тебе есть. И он прояснял все эти сомнения один за одним. И после этого Ядавачарья получил дикшу от Рамануджачарья. Его имя стало Шри Говинда. Говиндачарья или как-то так. Говиндадас. Говиндадас.
And first at the Govinda, he took in the cousin. He took. This way, Lakshman Desh is now expressing вот после этого он, у него было больше учеников, много учеников, и после этого он с Курешем, поскольку Куреш в их сампрадае, есть такое мнение, что Куреш это Рама Аватара. А Дашаратхи Бхаратамса. И вот вечер Рамнавами я могу говорить о Рама Татве. Послезавтра будет. И вот с Курешем Рамнуджачарья они отправились по всем на святым местам, в Бадарикашрам, Валахабад, Варанаси и прочие святые места по всем тиртхам. Вриндаван, Пури и прочее. То есть я не буду это все обсуждать, это долгая история. И вот они отправились туда, находились несколько дней и спрашивали, есть у них Баденбаша. Ну, никто не знал, хотя Баденбаша была. Но говорили, что она потерялась, как-то так и так, не видел, не слышал никто. Где находится, то тоже не знаю. И вот ночью Рамануджачарья, он получил даршан Нрисимхи. Нрисимха явился перед ним. Нисимха taking this Bodhanvasa and keep giving in the hand of Lakshmana. Нисимха он взял эту и принес ему с эту Бодханвасу и сказал Рамануджачарья, держи и давай иди быстро, я отдал тебе эту книгу и давай пиши комментарий. Нрисимха ушел, и утром они обнаружили, что эта Баща, она где-то она была, она пропала. И пошли искать грабителя, кто ж украл. Если Бодханвасу будет опубликована, то наша Майвада она не сможет уже жить. И вот через месяц они нашли, наконец-то, их поймали, но Рамануджачарья очень могуществен. Но сражаться они не стали, просто спросили, что вам надо, они сказали отдать эту Бодханвасу, забрали и ушли. И после этого Рамануджачарья, он начал плакать, что же делать, Куреш? Так иначе, по милости Нрисимхи, мы получили возможность прочесть Бодханвасу, но она ушла. И Куреш засмеялся, сказал, Гурудев, не думай об этом. Почему? Поскольку я запомнил всю эту башню, как? Пока ты спал, ее в течение этого месяца я все запомнил и могу теперь ее записать или произнести. И вот он полностью записал все со всеми знаками препинания и прочим. И Рамануджачарья был очень доволен им. И вот потом он пришел и написал комментарий на Веданту. То есть второе желание Гурудева он исполнил. И третье условие Парашариши, он написал какую-то пурану, и он хотел составить словарь на этой основе, как Гаудия Вайшнава Авидан, написано Харидас Бабу. Все вайшнавские термины, все, что там все можно найти, все, что вы можете представить и не можете, там все есть. Согласно времени, месту, обстоятельствам, всем этим титулам и прочим, прочим. Там, в общем, словарь всего-всего, что можно представить. А Шрила Прабхупада хотел написать словарь Гауди Вайшнава Манджуша. Одна часть уже опубликована, я думаю. И Шрила Прабхупада, он
потратил свою жизнь и в последний момент сказал, что если моя книга – это Вайшнава Манджуша, если я заполню, не закончу ее, то я должен, буду вынужден явиться еще раз. Я должен явиться специально для этого, чтобы закончить Вайшнава Манджушу. И это мое обещание. И Шрила Прабхупад, он потратил всю свою жизнь для нас. Но мы не благодарны. Мы просто обманщики. Шрила Прабхупад хотел дать нам так много. Много книг, сокровенных книг, написанных Шрилой Прабхупадой. Но некие... Есть даже не опубликованные книги, их уничтожали, то, что написал Шрила Прабхупад, всякие противники. Его, эти неблагожелатели, то есть не все знают, но вот какие-то противники Шрилы Прабхупады, они выкинули все его писания из его Гангу. То есть я слышал от моего Гурудева Шанти Махараджа, Нананды Бабы Гири Махараджа, Говинда Махараджа, такие старшие вайшнавы, по их милости я встретился с ними, я получил их даршан, они... Поскольку в моем детстве вместе с своей бабушкой я ходил в Гаудимат, я был первый, кто, как я был в Гаудимате уже с малых лет, в Бхагбазар Гаудимате, в Калькутте. То есть я таким образом очень удачлив, и таким образом, смотрите. Шрила Прабхупада, этот Рамануджачари, он составил этот словарь. Оно исполнило желание Гурудева и уже собрался составить словарь. И много книг он также написал. И вот я хочу много сказать, но времени мало, и вот сейчас последнее, что я хочу сказать о его сиддханте Шуддха Адвайта Сиддхаваде. Вишишта Адвайта, точнее, Вишишта Адвайта. И Рамануджачари. Адвайта Вад, она одобрена Лакшманом, этим Рамануджачари, но особенность в ней. Баданти таттаттавидам джадьяну аддаям Бхагаватам, аддайгани зоки. И вот Бхагаватам говорится. Почему Вишишта Адвайта, поскольку это особая Адвайта. И вот, то есть, это долгая тема, и я кратко только скажу. Чит и Верховный Господь, три объекта. И Рамануджачари хотел сказать, как Майавада Сампрадая может говорить, что Брахма, он растворился, и как он находится в такой безличной форме, не такой растворенной форме. И Рамануджачари говорит, что, смотрите, в молоке, то, что есть вода, она, несомненно, есть. Если вы будете пахтать молоко, то вы извлечете молоко из этого, извлечете сливки, масло из этого молока, хотя не видно его внешне. И то, что говорил Рамануджачари, это эквивалентно последнему научному исследованию насчет причины и следствия. Они верят и доказали то, что потенция, то есть может, должна быть, то есть возможность, например, если у нас есть ведро воды, можно пахтать ее сколько угодно, но
Масло мы не получим, если пахтать молоко, то масло получим. То есть там есть как бы теоретически потенциально есть масло в молоке. То есть действие может доказать, что, что, что есть они все взаимосвязаны. И Рамануджачарья хотел доказать это, что если этот материальный мир явился, как он произошел, чит, чит значит трансцендентно, это значит живые существа, сознающие, а чит это моя материя. Хотя во Вриндаване не можем говорить, что какие-то вещи материальны, но это нехорошо, но так или иначе вынуждены мы говорить. То есть чит, чит и ачит. И Рамануджачарья хотел сказать, что чит и ачит и Брахма. Брахма значит Адвая. То есть мы можем верить, что Адвая значит не двойственно Брахма. Это хорошо, но Брахма, он может находиться в бесформенном состоянии и в таком, и принять какую-то форму. То есть для него это два варианта возможно. И Рамануджачарья говорит, что смотри, что это дживатма чит и ачит это материя, они все связаны. То есть джива, ее имя, тайтл, название. Like you are man, you are very fair man. Ну, например, если мы этот человек, если так красивый, хороший человек, то... Black dog, black cow. То есть как качество, оно описывается этим словом. То есть это описываемое качество называется вишешана. И Рамануджачарья хотел доказать нам, что чит, это все дживатмы, и ачит, мать материя, и брама, брахман, они все связаны. И с помощью вот башни Веданта Сутры он все это доказывает подробным образом. Я хотел еще много чего сказать, но время кончилось. Но так или иначе в их сампрадае Лакшми Нарайан, он выше всего. Они не могут возвыситься выше, чем Лакшми Нарайан, поскольку у них есть лимит, установленный Кришной. Рамануджачарья, Мадвачарья, они не могут превзойти этот лимит. Двайта Сиддханта у них. Они не могут пересечь этот лимит, Нимбаркачарья тоже не может. До определенного уровня они дают наставления, они могут совершать какие-то обязанности до какого-то уровня, но когда Балдевидья Бушан и прочие являются, они могут открыть больше и больше. Но мы не можем сказать, что этого не было, поскольку Рамануджачарья, Мадхвачарья, они не говорили об этом, поскольку они действуют согласно наставлению Кришны, то есть открыть до какого-то определенного уровня, а после этого больше, более глубоко, более дальше, более высоко. Мы можем найти у Шести Госвами и прочих. И когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, хотя Шри Чайтанья Махапрабху, он не основал никакой новой сампрадаи, поскольку сампрадаи, чтобы утвердить новую сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. То есть Верховный Господь не должен этим заниматься, а основывать новую сампрадаю. То есть сампрадая может начать какой-то хороший преданный, великий преданный. И вот относительно парикрама я говорил, что Рамануджачарья, Мадхвачарья, они все отправились туда, в Навадвипу. И вот Мадхвачарья, в то время Гуранга Махапрабху еще не явился. В 938 году эра Шакабды, в то время.
А по Криштабде не могу сказать, считать надо. И вот смотрите, давно-давно, когда Мадхавачарья отправился в Навадвипу, в то время, когда он совершал баджан, и Гуранга Махапрабху явился в золотой форме и благословил его, что смотри, скоро я явлюсь в эту Навадвипа-даму, явлюсь тут, и я приму твою сампрадаю. Я благословлю тебя. И таким образом мы приняли Мадхава Сампрадаю. Но мы говорим Мадхава Гауди Сампрадаю, поскольку Гуранга Махапрабху даровал Ачинтья Бхинавиду Таттву. Это очень прекрасно. Сиддханта Гуранга Махапрабху, он сгармонизировал Сиддханту всех четырех ачарий и дал нечто прекрасное. И таким образом мы говорим о себе как о том, что мы из Мадхава Гауди Сампрадаи. Кто-то без какой-то видимой причины спорит с нами, что Мадхава Гауди Сампрадаи, как это возможно. Почему нет? Поскольку когда Баладев Видьябушин из Мадхава Сампрадаи, когда он хотя когда он присоединил Шоу Свей Сампрадаи, присоединился к Гауди Сампрадаи, он хотел как поддержать какую-то связь с прежней Сампрадаи. И также Шила еще и вот Баладев Видьябушин в своих записях, он можно увидеть, что он пишет, но некоторые этого не принимают и говорят, что у нас новая сампрадая, начавшаяся от Гуранги Махапрабху. То есть это неправильное видение. И, например, когда как, например, когда Сандананда Винод оставил Шрилу Прабхупаду, то, что он потом писал, это было противоположно учению Шрилы Прабхупады, и даже это было совсем наоборот того, что он писал до этого. И поэтому мы должны совершенно следовать Шриле Прабхупаде, принять его сиддханту, его учение. То есть просто говорить «Джай Прабхупад» и думать что-то постороннее, это неправильно. То есть если некоторые думают, что если будут следовать Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактивинода Тхакура, они не могут поддерживать матх, это неправильно. То есть это полностью неправильное мнение, поскольку Гуру Варга говорит нам, что Гауди Матх — это то место, где можно находиться в настоящем Гауди Матхе, только тогда, когда вы следуете наставлениям Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Гауди Матх — это и есть наставление. Это Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакура. А вы хотите избежать этого? Это нехорошо. И поэтому мы должны сражаться, мы должны посвятить нашу жизнь для того, чтобы истинной причине Гауди Матха, Шрили Прабхупаде и Шрили Бхактивинода Тхакура, поскольку по милости Шрили Прабхупады, хотя мой Гурудев, он Шрила Прабхупад, но мне стыдно, я настолько падший. Но мы настолько удачливы, что находимся в его сампрадае. И вчера я вот забыл сказать, что это был не Рамануджачарья, а Мадхавачарья. Мадхавачарья, он победил второго Шанкарачарья. То есть второй Шанкарачарья был побежден Мадхавачарья. И будьте осторожны, Шанкарачарья, он родился, первый Шанкарачарья, он родился давно. Он в Кероле.
Karnad one place, I forget this name. Karnad, I forget. But there, you see, но там, смотрите, второй Шанкарачарья, это он тоже Шанкарачарья. Поскольку в их парампаре описывается, что Шанкарачарья, он родился заново, а Кешава Госвами Махарадж, он начал спорить с Майавади, что вы глупые, как вы это говорите, что Шанкарачарья мог опять родиться. Вы идете против своего же учения. Майавади не очень озадачен. Как вы говорите, что Шанкарачарья он достиг Брахма Нирваны, а потом вы говорите, что он родился. То есть вы свое первое утверждение как бы аннулируете, как это возможно. То есть те, кто уже слился с безличным Брахманом, как вообще возможно, что он оттуда опять вышел и родился. То есть это просто глупость. То есть так много татвы, я хочу сказать о всем, но времени не хватает, и завтра мы продолжим. Если какие-то вопросы есть, сейчас можно спросить. Чайтанья Махапрабху принял, что Мадхвачарья, почему мы приняли Мадхвачарью? Поскольку Мадхвачарья, он верит в то, что божество, оно сатья, оно вечно, то есть образ Господа в божестве, в Мурте, оно вечно. И вот об этом. Пуршоттам, you can add this last point in yesterday's speech. Yes, yes. Yesterday, I mean, when I finished Vanchakalpataru Roshya, yes, yes. Tomorrow by 5 o'clock. Tomorrow 5 o'clock. But day after tomorrow, I mean, Ramnavami day. Завтра в 5 вечера здесь будет. Потом в Рамнаваме будет три раза. В первых 10 утра в читании Гаудиматхи, потом в 11:30 здесь, и вечером о Рамачандре. Evening time also. И, а, утром, точнее, днем и вечером в 5 будет здесь завтра. Два раза будет. Завтра? Да. Рамнаваме. Да, Рамнавами. Рамнавами. Да. В 10 будет в нашей матхе, потом в 11:30 здесь, и вечером в 5 опять здесь. Yes, here, here. After tomorrow, Maharaj leaving. Tomorrow he speaking three times. And after tomorrow he leaving. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Hare Rama